Всем привет, с вами Мила, и это очередная нубская распаковка, сейчас увидим чего. Открывай. А, да, это карточка для этого, то, что сейчас будем открывать. Вот. На 256 гигов. Вот и додумайтесь, и догадайтесь, что же это такое может быть. Кот в мешке, короче. Может, я стану блогером, кто знает. Но, может быть, не стану. Но что-то снимать буду, потому что я давно хочу. Хотела вообще китайскую, но в итоге... Ой, как они ее чуть-чуть помяли. Та-да-дам! А что тут, нет надписи? В смысле? Как-то нет. А, вот! Вверху GoPro 12 Black. Black, да. Черный. Черный Black. Тут все на английском, короче. Короче, все на английском. Разорилась я, накопилась я и купилась я. Че тут, короче, подожди. Ну, короче, 4К, 120 FPS можно, да, по-моему, 4К или 60 FPS? Ну, 60 FPS точно можно. Ну, 4К это такое. Так, ладно, короче, открываем. А, вот тут написано, что тут есть вообще на коробке, потом посмотрим. Это экшн-камера для тех, кто не в теме. Да. Коробочка офигенная. Офигенная коробочка такая. Как будто бы из этого. Как она называется? Пенопласт, что ли? Нет, не пенопласт. Так, это что такое? Подпишитесь GoPro для чего-то там. Что это? Для чего это? Потом почитаешь. Там на русском есть? Нет. Подожди. Нет на русском? Почему? Шнурок. Так, что тут входит, значит? Шнурок. Ну, это USB-шный. Это, как ее? Для, как, типа, держателя, да, получается? Штучка-дрючка. Держатель, один аккумулятор. Пока один, но я думаю, закажу в ближайшем будущем еще две, но с Алиэкспресса, плюс зарядку. Потому что у нас это дороже будет. Вот, поэтому с Алиэкспресса. Что тут? На любую потом можно. Да, вот тут, короче, в 12-й, что хорошо, что в ней есть такой держатель, который подойдет под любую селфи-палку, короче говоря. Ну и сама камера. Ваша камера может быть... А, да, она типа может обновиться, когда ее включаешь. Я смотрела тоже другие распаковки. Не нубские, а нормальные. И вот там, короче, чувак включал, и она обновлялась. Обновление у нее какое-то там начиналось. Ну, это и операционная система или чего. Она в какой-то такой бумажке. Блин, надо аккуратно с ней. Она стоит до хрена на самом-то деле для меня лично. Вот. Ну, блин, хотела китайский аналог взять. Как его... SG-кам, да. Ну, что-то посмотрела, сравнила и решила... Ну, что гулять это? Гулять-то гулять! Ну, типа, если... Были, если бы не было денег, я бы, конечно... Но так как я накопила на Трово, то я решила их потратить. Процессор пока у меня, как говорится, нормальный для компа пойдет, поэтому решила вот разориться. Вот здесь я, короче, что тут? Фото 27 пикселей, 5, ну, типа 5К, что ли, я как понял, 4К, Full HD, вообще там Full HD 240 FPS можно снимать. Но я, скорее всего, потом это все что-то поснимаю и выложу это уже, ну, потому что надо же показать, хотя вообще как-то, как она снимает. На улицу я не выхожу, но ради такого я выйду. Ну и по дому, может, что-нибудь поснимаю, не знаю, по дому я не хочу ничего снимать. На улице можно что-нибудь снять. Как она вообще в действии, надо же ее проверить. Slow-mo тут, короче, есть. Hyper-view. Вот. Ну и, короче, это такая распаковка не профессиональная. Я чисто вот... Чисто просто распаковка и все. Под водой можно, типа, 10 метров. Но я таким не буду заниматься, даже если она и выдерживает. Я свою старую SG-кам под водой снимала, помню. Когда мы были там и на Алаколе, и везде, вот, она, в принципе, выдерживала, но
Тут лучше еще дополнительное, по-моему, к ней можно купить дополнительную эту. К ней сейчас не идет, да, получается так. Отдельно, короче, специальная такая от, для воды, для того, чтобы снимать аквабокс. Аквабокс, да, блин. Короче, все. Я, короче, все слова забыла, я вообще разучилась говорить. Хотя на стримах-то я говорю, а вот такие вот видео я не снимаю. Вот, а это я буду снимать, и, как бы, скорее всего, тоже все без микрофонов. Там и микрофон вроде бы неплохой, как говорят. И все такое. Муж пытается ее включить, короче. Нет. Разобрать, чтобы эту батарейку засунуть. Только не сломай. Так, ладно, короче, как батарейку засунем, так, так покажем. Так, пока, короче, муж разбирается, чего кого. Ой. Да ептить медь, мелкая тут еще. Так, я снимаю на телефон. Мод, это включение, кнопка. Это вот как раз для, для держателя. Вот, и вот. И вот, странная такая у нее, конечно, это. В крапинку она такая интересная. Но я как смотрела распаковки другие. Они типа за экологию, и сделан корпус из переработанных каких-то, короче, пластика переработанного. И так же, как и коробка, типа тоже она из какого-то переработанного материала сделана. Типа они там за экологию и все такое. Короче, устройство такое сложное, чтобы вставить батарейку и карту памяти. Тут надо, короче, по с бубном. Ну да, она плотная, потому что она же как бы водонепроницаемая, поэтому очень плотно. Так, вот карта памяти, получается, вставляется. И туда вот батарейка. Ну, карту памяти не самую крутую взяли, не с самой быстрой скоростью. Мне без разницы, главное, чтобы она работала. Вот. Потому что это... И думали 128, но потом решила 256. Пи-пи-пи. GoPro. Я, ну, прикольно, типа, как это, такие, типа, звездочки, как будто бы. Так, выбор языка тут, короче. Это надо вот так. Это надо было мужу, короче, на голову телефон прицепить. Чтобы он это... Чтобы он снимал. Ага, я так гениально снимаю. Просто гениально. Ну, короче, тут всякие будут сейчас, наверное, обновления. Скорее всего, еще будет. Так, это время, да? Надо вот так сесть. Чего я туплю? Все, надо, да. Так, у нас какое сейчас? У нас же теперь время перевелось. У нас теперь плюс 5, да, по-моему? Угу. К этому. У меня телефон не идеально, конечно, снимает. Просто, да, можно и на телефон снимать всякое такое. Я не блогер, но все же телефон это телефон. И использовать телефон как камеру, я считаю, это неправильно. Сейчас у нас сколько время? Не знаю. Ну, короче, тут пока всякие настройки. Та-да-дам, блин, не нужно селфи-палку покупать. Моя селфи-палка, которая к телефону я брала. Просто кто-то... Просто кто-то лошара, да, блин. Еще... Все Алексы, короче, одинаковые. Ладно, неважно. Надеюсь, Алекс это не будет смотреть. Это... А я не... Блин, я не увидела, что она, оказывается, в этом месте откручивается. Я думала, не подойдет. И все, теперь не надо. Палку не надо, значит. Значит, только батарейки и зарядное устройство с Алишки заказать, и все. И будет шикарно. В общем, я поснимаю на нее. Это вот сейчас надо еще и зарядить. И все это присоединю в конце видео. Там будет, наверное, какие-то моменты, которые я там снимаю. Вот. Ну вот, как-то все. Всем спасибо, кто смотрел. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, ставьте свои комментарии. И всем спасибо, всем до встречи. Пока-пока.